Я вам сказал, а вы делаете так, как можете. Теперь я вам скажу, вдох. Много лет инструктор по физической культуре Владимир Плетнев разрабатывал методику для занятий, путешествовал и перенимал опыт коллег со всего мира. Его программа основывается не только на физических упражнениях, но и на работе с сознанием, самодиагностика, правильное питание и многое другое. То, что нужно делать утром, то, что нужно делать днем и то, что делать вечером. Потому что здоровье наше заключается не в исполнении упражнений, а есть четыре основных момента. Это время исполнения, место, участник, тот и кто дает. Теперь обо всех деталях узнали и работники реабилитационных и социальных центров Подмосковья. Главное – настройка головного мозга, говорит тренер Плетнев. Занимаясь спортом, человек должен понимать, зачем и для чего он это делает. И ментальное сознание играет не последнюю роль. Изменение ментального, наше сознание, эмоционального и плотского. Ну, то есть три составляющие. Без умений правильно руководства хорошими мыслями у нас ничего не получится. Хорошие мысли нужны всем. Участники мастер-класса Владимира Плетнева каждый день работают с пожилыми пациентами с инвалидностью. И важно передать свой позитив. Эти методики укрепляют иммунитет, развивают конституцию тела, развивают мелкую и крупную моторику и просто делают человека здоровым. Работа тяжелая, постоянно нагрузки идут на спину, и себя тоже надо поддерживать в форме. Плавание, бег, гимнастика, табата, если известно. Потому что дети сложные, в основном пассивная гимнастика на них уделяется. Поэтому поддерживаю себя в форме, как могу. От суставов, связок, позвонков в центральную нервную систему идет поток импульсов. И здесь все должно быть в единстве и гармонии. Я первый раз, конечно, на таком мероприятии. Но очень много подчеркнули, и я думаю, что многое что пригодится в своей работе, потому что для наших подопечных очень важна именно активность. С возрастом все-таки многие процессы замедляются, и для них активность – это, можно сказать, жизнь. Важно делать физические нагрузки не только регулярно, но и подбирать лучшее время для организма. Делать зарядку в 6 утра зимой и в 6 утра весной, они совершенно разные. Так и здесь же все зависит от людей, что я смогу дать, это зависит от одному Богу. Я всегда говорю, три основных составляющих, всегда, везде, где бы ни был, это вера, надежда, любовь. Вера должна быть внутри. Любовь к тем людям, которым ты отдаешь. Владимир Плетнев уверен, если мыслить стратегически, то такие зарядки объединят десятки тысяч людей в России. А значит, и людей, увлекающихся спортом, станет больше. И речь не только о здоровье физическом, но и психологическом. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Мытищинский.